Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстун, и мы вновь играем в гигантов и гномов, и сегодня, ребятки, у нас, судя по всему, последний выпуск, 90%, кстати, странно, а почему 90%? Ну, не знаю, 90% игры у нас пройдено, но 90% это означало бы, что мы прошли, допустим, 9 уровней из 10, или 18 уровней из 20, а у нас там где-то, я не знаю, 13-14 уровней, ну сколько, 12. То есть у нас не должно быть на самом деле такого числа ровного, должно быть 90 сколько-нибудь там процентов. Сколько у нас тут? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 уровней, да, вот сейчас последний. А, кстати, этот я так и не допрошел на 3 звезды. Ну и как-то и неохота, если честно, сейчас заморачиваться по этому поводу. Ладно, ребятки. У нас финальный уровень, уровень со статуей. Ну, может быть, еще что-то будет, я не знаю, но мне кажется, это все. По-моему, это финал. И на самом деле, я не знаю, я, ребята, надеюсь, что будет какое-то... что-то еще. Ну, может быть, то есть какой-то босс здоровый. Может быть, эта статуя оживет и пойдет со мной сражаться. Или что-то в этом роде. Но я надеюсь, что если это финал, то у нас будет что-то... грандиозное, но пока что давайте посмотрим нашу карту. То есть нам нужно будет защищать, ребята, три выхода. При этом враги тоже будут появляться. А, враги будут появляться из четырех мест. Я так понимаю, они здесь могут, я не знаю, как-то по этой сетке ползать, наверное. Прыгать, может быть, сверху. Без понятия. Ладно, ребят, сейчас посмотрим по ходу. Первое у нас... пошла пробная. Первый блин у нас обычно комом. Ну, посмотрим, как выйдет. Так, поскольку здесь, смотрите, здесь раз-два, раз-два, раз. Ну ладно, начнем с того, что у нас будет, наверное, вот здесь все-таки оборонительный пост. Или надо будет, наверное, один ставить сюда, ближе к пещере. Ну, хотя это будет вот этот. Так, ладно, я думаю, наверное, смотрите, вот так и вот так. Ну и поехали. Герой у нас пока что тут снизу расчистит остальные точки. Ему уже скоро наверх подниматься. Но я думаю, начнем снизу. Здесь опять же у нас будет пост. Здесь лучники. Уже маленько вверх готовим. Герой, иди сюда, расчищай. Здесь тоже можем поставить вышку лучников. Еще одну вышку лучников. Хотя, может быть, стоило... Они же, смотрите, вот отсюда могут идти на низ уходить, а здесь бы вышка воинов их задерживала. Ну ладно. Так, что у нас здесь творится? Ну-ка, стойте, стойте. Давайте мы вас маленько сюда отгоним. А здесь поставим вышку лучников. Так, герой, иди проходи дальше. Они, наверное, еще отсюда, да, будут выходить? Они, наверное, будут ему в голову отсюда заходить и как-нибудь отсюда выходить, я не знаю. Посмотрим. Так, у нас уже пошли первые здоровяки. А, в принципе, я вроде все расчистил, да, что хотел. Кроме вот там одного места. Ну ладно, герой, иди сюда. А вот с этим парнем, с кентавром, мы его вот так вот подкинем. Ребятам, вышки его не убьют. Ну, убьют, конечно, но не скоро. Ладно, давайте метеоритом поможем. Надо здесь довести дело до конца. И вот эту вышку, здесь, видите, и сверху, и снизу, мне кажется, ее надо усилить. Здесь вообще... Так, герой, ты... А, смотри, там какой-то бэкстейдж, смотрите, там они как-то за этими бегают. Молодцы какие. Так, а, блин, у нас здесь вообще обороны нету, ребята. Хорошо, я это вовремя спохватился. Так бы это, у нас тут сейчас был бы прорыв года. Так, чё, герой, справляешься здесь? Давай мы тебе поможем. Так, отлично. Первый упал. Сразу, знаете, прифронтовые вышки улучшаем. Те, которые у нас на острие атаки. Ну, по крайней мере, все, что первого уровня, хочу сразу прокачать до второго. Герой, наверное, сиди на низу. Мне кажется, на низу больше шанс, что кто-то пойдет сейчас. Тем более, тут на две вышки лучников нету ничего сдерживающего. Поэтому этим сдерживающим будешь ты.
Ну а теперь все, беги, у нас наверху все-таки пошли враги. Мы сейчас здесь усилимся, чтобы эту заразу сдержать. Где герой? Я что-то его потерял из виду. Он еще идет? Вон он. А, погоди, а почему ты наверх бежишь? А, не, нормально, все, он бежит. У нас, блин, еще один по низу прет. Герой, на тебя, я надеюсь, подействовало мое усиление. Давайте так маленько пооткидываем, тут что-нибудь поиспользуем, всякие способности. Так, отлично, верхнего энта сейчас добьем, надо будет сразу героя на низ перекинуть. И здесь маленько низ усилим на всякий случай, а то тут что-то недоброе, мне не нравится. Вообще везде усилим вторые ворота. Так, и герой давай, беги сюда. Так, наверное, вот эту вышечку все-таки для начала качнем. Те, которые поближе к началу, все апаем. Так, герой, я не знаю, что-то мне не нравится здесь. Как-то много вас собралось. Эх, маленечко не то. Так, давай вас усилим. Хотя надо... Ну ладно. Они, видите, они, по крайней мере, они не сюда. Если бы они сюда шли, они бы точно прорвались. А так они заходят сюда, я даже не знаю, откуда они. Оттуда выйдут или откуда они... А, вот откуда они выходят. Ну ладно, отсюда не страшно. Отсюда вас по пути-то расстреляют. Так, герой, иди на передовую. Не знаю, откуда сейчас там снизу сверху пойдут. Мы же первый раз пробуем, но... Пока пусть на низу побудет. А тут в основном все поверху валят, да? Герой, иди что-то помогать, что-то как-то их много идет. Ну, у нас есть ветерки, у нас много чего есть, если что. Я думаю, отобьемся. Но все равно отправим героя на центр, потому что с центра ты больше карты контролируешь. То есть ты с центра можешь там, если что, наверх убежать, на низ. Ну, как бы тебе быстрее, чем с самого низу на самый верх. Так, герой, пойдем наверх. Помогать против духов. Хотя духи сейчас соберутся в одну толпу. Но все равно один он, видите, прорвался. Так что герой отправленный был отправлен не зря. А с конем здесь справиться нам помогут бойцы ближнего боя. Я думаю, вот это тоже надо сейчас качнуть, когда деньги будут. Так, давайте, ребят, все залазим на коня, я вас ускорю. У нас сейчас, смотрите, они полезли, да? У нас сейчас, получается, вот эти места без защиты. Давайте я вас временно это, как бы... То есть вот эти ребята сейчас на коне катаются, и поэтому вся братва в дупло залезла быстро. Они сейчас, наверное, из шлема, да, вылезут? Будут где-то здесь прыгать. Так, герой, иди сюда, короче, помогай. Я не знаю, там что-то сейчас недоброе может твориться. Нам нужна твоя помощь здесь. А герой здесь у нас там конь едет. Ну ладно, сейчас он поможет здесь раскидаться. Все, иди на коня. С этими... Да справится вышки, господи, что не справится-то? Мы можем еще вот так сделать. Опа. Хотя зря, они бы сами спрыгнули только попозже. А вы на низ, да? Ну, ничего страшного. Давайте вот так усилим, ускорим. Так, надо то, что снизу улучшать. Герой, скорее беги здесь. А, вот так вот мы поможем. И даже вас подкинем под метеорит. А, блин, как глупо вышло. Я не их подкинул. А, хотя нормально, духи умерли. Я испугался, что я духов откинул от метеорита. Помимо всего прочего. Так, герой, иди, наверное, сразу на слона. Я не знаю просто, куда тебя тут отправлять. Здесь, наверное, сами справятся. Хотя тут много ребят. Понимаете, у нас сколько бойцов? 3, 4, 5. А, не, нормально, там много бойцов. На каждого хватит. Вот низ у нас вообще дырявый. На всякий случай мы его защитим. А
Я ускоряю волны нещадно, несмотря на то, что у меня тут два здоровяка идут. И надеюсь, что это не окончится для меня чем-нибудь плохим. Так, и низ. Меня низ не устраивает. Я думал, они к нам, но они там куда-то дальше идут. Давайте вот так, ребята. Все-все-все, давайте бейте слона, пока он... Вот тут плохо, когда ты улучшаешь вот этих наземных бойцов, а их скидывают. И твоя улучшалка, получается, ну как бы ушла в никуда. Так, низ, давайте. Сейчас вот... Вот сейчас мне что-то уже неохота никакие волны ускорять. Мне кажется, нам тут и так не сладко. У нас там это дерево идет. Я вообще не вижу, где оно идет. А, оно по лестнице сейчас будет подниматься, да? Вот так. Оно идет как бы там, потом по лестнице будет подниматься. Ну ладно, с этим, я думаю, мы справимся. Что-то тут много вас. Вы не находите? Нормально, да? А, вот здесь еще дух один прется. Ладно, дух мы сейчас... Так, герой. А, блин! Я случайно окно отодвинул. Окно съемки видео. Я его случайно отодвинул вместо того, чтобы откинуть ветерком парня. Ну ладно, у нас все равно уже 15 жизней. У нас где-то еще прорвались. Слишком долго я тут это... Ладно, сейчас, ребятки, будем пробовать заново. Да, в принципе... Так, ладно, ребятки, первая попытка у нас не удалась. Но это не значит, что она была плохой. Это значит, мне кажется, у нас в большинстве случаев вот так получается, что... В принципе, все неплохо с расстановкой у нас. Но обычно, когда в первый раз, почему-то это... Ну, медленнее все делаешь, нерасторопнее, как-то вот чаще из-за этого. Ошибки. Так что давайте сейчас маленько порасторопничаем. Можем сразу здесь накидывать вышки, где что будет. Герой, сразу иди, наверное, сюда наверх. На низ потом сходишь. Здесь, я помню, что отсюда пойдут. Так, здесь все отлично. Последний блокпост готов. Герой, давай на низ. Скоро уже эти пойдут. Здоровяки, да? И нам лучше бы к приходу первого здоровяка героя уже пригнать на низ. Потому что первый мы теперь уже помним. Он по низу пойдет. А вот, собственно говоря, и он. Ну, пускай себе идет. Мы все-таки пока что это добьем. Тяжело тебе с кентавром бороться. Все, герой, побежали. Их тут еще и два, тем более. Ну ничего, это големы. Големы, парни, ну вот так в принципе не страшные. Поэтому... Ничего страшного, что мы их тут рановато... Ну, как бы, что мы их далеко отпустили. Слишком долго бегали там, выносили площадки для башен. Ну, не то, что слишком долго, но у нас это заняло какое-то время. Че, тут справитесь без меня? Справимся! Герой, что у тебя там? На центре все бегут. Пойдем помогать или как? Да, наверное, или как. Иди на центр. Да, я же помню, что после того, как по низу, там потом по центру пошли, насколько я помню, деревяха, да? Сейчас сразу пойдешь, ее проучишь. Слушай, а тут довольно большая толпа. Смотрите, на всех не хватит, но ничего. Ветерки выручают. Ну, вообще, конечно, надо сейчас эти вышки все первого уровня докачать до второго, хотя бы как минимум.
Эти все туда внутрь хотят. Ну, пусть заходят. Я не против. Была у меня сейчас мысль метеорит попробовать им кинуть. Давай, быстренько добивай. Тебе надо еще на низ сбегать, дерево побить. Герой, где ты? А знаете, что тут плохо? Тут герой долго с ветки на ветку передвигается. То есть, серьезно, у него это как бы много времени занимает. Опять удар в никуда. Хотел вот этих ребят как-то подловить. Они, кстати, довольно быстро нашу оборону снесли, поэтому я хочу здесь улучшить вот этих ребят всех, которые, так сказать, являются нашими блокпостами. Они, правда, нам сейчас не помогут с этими летающими, но ничего страшного. Так, чё, поверху идут. Герой, иди наверх. Смотри, сколько вас здесь. Вас здесь немноговато, нет? Вы не находите? Ой, блин, я рано скилл врубил. Да я даже не сильно сейчас обращал, на самом деле, где герои, где они все. Нормально, их здесь без меня остановят. Метеорит не требуется. А вот здесь сейчас хорошо, что я герой именно здесь поставил. Он сейчас встретит всех этих призраков. Хотя мы в прошлый раз их метеоритом убивали, и сейчас можем. Но если что, как бы герой подстрахует. Так, вышки вот эти надо, две лучников улучшить. Полежите пока чуточку. Ну, это как в тот раз, мы дали им зайти в пещеру, чтобы убить коня, но я думаю, это неплохое решение. Они все равно там, ну, как бы, благодаря этому не прорываются как-то прям хорошо. Их все равно успевают остановить. Отвлекем от этой мелочи вышки, чтобы они на нее не тратились, чтобы только коня били. Для этого я сейчас всю эту мелочь убил метеоритом, чтобы они не тратили на них свой ДПС. Так, конь готов, сразу деньги тратим. Наверное, вот сюда. Сразу герои сюда. Сейчас поможем с призраками разобраться. Давайте мы даже маленько все это временно откинем. Выиграем чуть-чуть времени. Так, герой помогает тут всех остановить. Отлично. И, наверное, сейчас передовые вышки качаем. 400, да, нужно? Много вышек, на все нужно по 400. Так, давайте вы маленько тут задержитесь. Герой, иди на слона. Я думаю, на слона сесть было правильным решением все-таки. Поэтому мы его сейчас повторяем. Усилим, наверное. Я даже не знаю как. Да давайте сейчас и усилим. Блин, опять. Только усилил, он сразу скидывает. Вот что меня расстраивает. Так, маги, сразу вперед маленько проедьте. Сейчас дух подъедет. А, блин, я надеялся духа с магами задеть, а они как-то духи туда уехали. Маги тоже туда, короче, фигня вышла. Не совсем то, что я хотел. Вообще плохо вышло. А скилл уже потрачен, а он бы мог помочь.
Надо было все-таки центральную сначала улучшать, она более универсальная вышка. Не вообще... О, я даже этих не могу откинуть. Я думал, что я смогу на них подействовать. Короче, я сейчас скиллы в никуда раскидываю. Это, ребята, беда. Давайте слона быстрее хотя бы убивайте. Там еще дерево у нас ползет. Сейчас все как в прошлый раз будет. Сласти, сласти, сласти. Так, герой, иди наверх. Вот спасает от этого призрака. Почему? Почему они... Призрак прорвался, потому что, опять же, все, наверное, там где-то катались. Так, ладно, герой, я не знаю, можно тебя как-нибудь на это дерево послать? Вот встань пока сюда, сам залезешь, когда оно подойдет. Ох, ну одного призрака мы пропустили. Конечно, лучше, чем в прошлый раз, но все равно мне не нравится, как бы коряво сейчас было сыграно с моей стороны. У нас там уже черепаха катается. А мы тут еще с деревяхой не разобрались. Но с другой стороны, если я буду сразу на деревяху залазить, а не на слона... Ну, может быть, не знаю. И это усиление сейчас было зря. Надо было усиливать вот эти вышки, которые черепаху бьют. Знаете, это когда ты что-то сначала делаешь, а потом думаешь... Кто у нас сейчас еще придет? Ну, из-за этого дерева мы довольно поздно посадили героя на черепаху. Но вроде ничего страшного. Хотя... Вот эти ребята выглядят довольно страшно. Тут такая большая толпа собралась. Можно я маленечко вот так сделаю? Они все-таки уходят наверх. Хорошо, что они не идут ко мне. Но они вот сейчас здесь пока пробегут через всех. Я не знаю, сможем мы их остановить или нет. Они все идут наверх на самый. Это хорошо, здесь много пушек, которые их по пути успевают более-менее отсеять, да? Сейчас у нас еще черепаха падает. На утро упала черепаха. Так, ну ничего, нормально. Никто не прошел. Одного этого пропустим. А вот этих уже остановим. Давайте вот так еще. Тыш-тыш-тыш, накидывайте. Одному, второму, третьему. 25 из 30 волн, да? С этой мы справились успешно. Давай. О, у нас еще верхняя вышка не улучшена. Ну, как бы она недорогая и не улучшена. Так, герой, куда пойдешь? Иди сюда, наверное. Сейчас они вот сюда, да, все пройдут, и поэтому подниматься там будут. Ну, я не знаю, вот здесь постой их, посторожи на мосту. Будешь у нас сегодня в роли Гэндальфа. А, дракон там летит, да? Ну, давай ты сначала с этими ребятами тут маленько пободаешься, а то это может быть опасно. А потом уже... Ну, по-моему, все. По-моему, им уже ничего не грозит. А вот дракон нам грозит. Так что давайте. Что у нас здесь? Вот эти вышки сейчас усилим просто. Я думаю, они сами отлично справятся с драконом. Потому что у него уже с ХП неладно дела обстоят. Так, что, все нормально? Давайте следующую волну запускаем. Вот, эту вышку я все забываю улучшить. Она, видите, здесь на острие атаки, и к ней большой спрос. Так, герой, иди сюда. Сейчас отсюда будут сюрпризы сверху падать. А ну, может, сразу они тут падают, да, пока они лежат. Это, запинывай их. Так, ладно, что у нас здесь? Вот эту вышку я хочу еще разочек капнуть.
Там, кстати, еще, видите, можно туда подняться, топнуть, и вот эти булыжники упадут вниз кому-нибудь на голову. Я уже такие встречал на разных картах. Там, когда герой бьет мечом, вот эти камни падают. И они, я так понимаю, по идее, могут засыпать даже кого-нибудь. Смотри, сейчас вот здесь будет столпотворение большое. Ты дыш. Герой, наверное, иди тоже сюда. Здесь сейчас экшон. Маленько тут. А хотя, даже без тебя, смотри. Даже без тебя. Ладно, иди на центр. Мне кажется, сейчас, если что-то начнется на следующей волне веселое, то это будет на центре. Финальная волна, ребятки. Давайте, наверное, сразу вот так вот. Усилим вот это. Смотри, сейчас центр мы быстро отобьем. И герой уходит вот сюда помогать. Вот на этот... так, ладно. Где тут? Понизу нормально? Понизу отбились. Вот так, герой, давай сюда, короче. Все сейчас сюда идут. И нам нужен здесь сейчас. Нам вот эта вышка нужна. А ладно, нам ничего не... О, ребята! Да как же ж так? Я пока засмотрелся наверх. Вот они все, блин, прошли здесь по центру. Я причем как-то думал... Ну, это, конечно, победа, но это такая себе победа. Мы ее сейчас переигрывать будем. Ну, давайте мы хотя бы на карту посмотрим. Изменится что-то? Не, все, видите, ничего не прибавляется, не открывается больше никаких новых уровней. То есть вот это... Не, ну это был такой глупый финиш. Я, главное... Я как-то, я не знаю, я такой, так, эти сейчас по лестнице поднимаются, эти, ну, как-то я даже не ожидал, что кто-то сейчас где-то здесь по центру прорвется, и, блин, и все просто на смарку. Да не, я даже на самом деле не хочу сейчас переигрывать. Мне кажется, блин, ну, я бы их заметил вовремя, у меня там и ветерок был, и все, просто, знаете, самое сложное, да, когда ты там головой мотаешь, я на мини-карту вообще не смотрел. Ладно, не буду переигрывать, я думаю, закончим на этом. В принципе, как бы... Я считаю, что это не проблема, это просто маленько потраченного времени. Оно интересно, когда есть смысл зачем. А вот как бы, ну я не знаю, когда ты уже вроде как прошел игру, потратить еще пару часиков ради двух звездочек, а потом игра все равно закончится. То есть одно дело, когда ты там эти звездочки заработаешь, чтобы хотя бы какие-то грейды подрубить, которые помогут тебе дальше проходить проще. Но у нас дальше уже ничего нету. Поэтому я думаю, на этом, ребятки, мы закончим. С вами был 1.1. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и до новых встреч.